Ребенок заболел 8 апреля. Мама пояснила, что у девочки поднялась температура 38. Она дала ей жаропонижающее, оказывала медицинское лечение на дому. Однако состояние здоровья ребенка не улучшилось. Добраться до соседнего села, где находился фельдшерский пункт, с больным ребенком мама не смогла из-за сильного паводка. Помощь пришла только на следующий день. Приехавший фельдшер осмотрел ребенка и принял решение о незамедлительной госпитализации ребенка в больницу. Она организовала доставление ребенка в больницу, вызвала скорую помощь. Однако по пути исследования состояние здоровья ребенка ухудшилось, и она скончалась. Ехавшие навстречу врачи в автомобиле скорой медицинской помощи, уже прибыв на место нахождения автомобиля, констатировали летальный исход. Тело ребенка направлено в морг для исследования и установления причины смерти. Была ли халатность родителей или несчастный случай, разберется следствие.